видео про косуль пока нет. Почему? Потому что я другим делом занят. Вот таким вот. Пока у меня ситуация непонятная с тем, как меня ловят и охраняют. Нас ждут с мясом, а мы возим рыбу с вороном. Как-то вот так вот. Бобер. Бобер. Здесь живет бобер. Дождался ветра. Навалил. Здесь уже у него все на чурочке. Все по чурочкам. Все сделал. Все красиво. Помешало, убрал. Тут вроде как свежая стружка. Может быть, еще ее сегодня придет грызть. Вот такие вот дела. Ох, и вкусная она, видимо. Осина свежая. Это у него дозрело, наверное, оставлял. Тут все приготовил уже. Вот так вот тут. Тихо с лосеночком. Вот такая у нас уже осень. Чё, ворон? Убежали? Плохо уже видно. Осень. Все красно. Ворон, блин. Голову от меня почесать решил. Козлик или козочка, не вижу. Козочка. Метров. Вот эта вот камера удаляет. 45 метров.
Вот такая красота у нас уже в лесу. Октябрь месяц начался. Пожелтело ворону уже, и травки толком не достается зелененькой. Где-то впереди козлик или козочка, не знаю. Жопа белая. Ветра почти нету. Так, чуть-чуть. Вроде пасся. Сейчас погляжу. Коза куда-то смотрит. Наверное, лоси идут. Сейчас выйду, погляжу тогда. У меня кусты сбоку. Далеко, плохо видно. Привет, росточка. Так, все рожки. Поближе бы заснять. Получится, не получится, не знаю. Поле открытое, далеко. До него 700 метров, наверное. И он нацелен-то вроде идти в другую сторону. Ветер почти от него дует боковой. Мне идти. Посмотрим, сейчас еще выйду на край поля. Хотел обойти его с под ветра. Метров еще 300 до него. Сейчас между березок мелькнул, он уже стоит на меня, смотрит. Вот так вот. Посижу, подожду. До него должен тут ходить с хорошими рожками козлик либо три отростка. Но рога хорошие, большие. Или даже 4, возможно. Сейчас этот уйдет. Погляжу, может, где тот появится. За вороном наблюдает. Сейчас рядом с ним садился. Козочка. Бока шире, чем у ворона моего. Два рогача прямо бегом с поля. Кабан, наверное, идет.